Ну, хорошо. Тогда мы можем начинать. Итак, давай, может, выключим общий экран. Роберта, мы можем начинать? Да, я думаю, что мы можем начинать. Карим, я предоставляю вам слово. Еще раз приветствую всех. Добрый день, добрый вечер. Приветствуем всех участников. Приветствуем всех на этом заседании по инклюзивным действиям. Меня зовут Карима Тумани Мохаммед, и я представитель Телекома Коморес. И я также один из вице-председателей отделения на Коморах. Мы будем говорить о обеспечении доступа к интернету миллиардам людей, у которых еще интернета нет. Мы будем говорить о конкретных мерах, которые можно предпринять. Мы будем обсуждать с разных точек зрения. Будем обсуждать то, что можно сделать, чтобы у всех был доступ к интернету. С нами очень интересные участники нашей дискуссии. Вы наверняка с ними знакомы. У них огромное участие в распространении интернета. Они представляют разные регионы из всего мира. Сильвия Кадена. Сильвия Кадена ведет один из проектов в APNIC, в фонде APNIC, и она является координатором на территории Азии. С нами также Соня Джорг, исполнительная директор Alliance for Affordable Internet. Среди наших участников присутствует один из первых создателей, одного из первых протоколов в интернете, который мы еще пользуемся. С нами Windsurf, один из отцов интернета из Google. С нами также Кристиан Флэрти из Internet Society, который отвечает за Латинскую Америку и Карибский бассейн. И с нами также Мохтар Едали из African Union Commission. У всех наших участников большое вложение во все сектора. Вы наверняка знаете о них много. Если нет, вы можете почитать их биографии. Я очень рад, что они с нами. Я хочу представить моего коллегу Роберта Замбрана из боливийского IGF. И он будет модератором нашего заседания. У вас есть шанс задавать вопросы. Вы можете пользоваться чатом. Я буду читать ваши комментарии и ваши вопросы. Я думаю, мы можем начинать. Роберто, вам слово. Карим, большое спасибо. Я благодарю наших участников за то, что они приняли приглашение к этому заседанию. Как вы знаете, и на прошлой неделе, и в начале этой недели мы прошли много интересных заседаний. Это первый виртуальный форум управления интернетом. Мы слышим, что многие концепции повторяются, многие из них соотносятся с пандемией COVID, которая принудила нас всех проходить локдаун. И эта ситуация повлияла на то, что человечество вынуждено было начать думать по-другому. Как справиться с этим кризисом? Как продолжать жизнь в таких условиях?
Во время предыдущих заседаний многие участники делились очень интересным опытом, идеями, как можно вернуть нормальность в нашу жизнь. И очень часто инструментом такого возвращения является интернет. Это очень ценные уроки, уроки, которые нас учат стойкости, выносливости. К сожалению, все не так всегда обстоит для всего человечества. Такая пенетрация, проникновение интернета в действительность еще желает многого. Еще нужно многое сделать, чтобы доступ был у всех. И эта мысль появляется очень часто, это наблюдение появляется очень часто. Прежде всего, нужно обратить на вопрос, который притягивает внимание генерального секретаря ООН. И это вопрос не только затрогивался во время встречи высоких лидеров, и который обсуждался на встрече с господином Гутерешем, но это вопрос, который присутствует в первом составе рекомендаций. И это касается ближайшего будущего. На нашем сегодняшнем заседании мы будем обсуждать, какие меры можно предпринять, чтобы эта мечта сбылась, чтобы все страны, чтобы все граждане имели реальный доступ к интернету. У нас будут опросники, мы тоже хотим вам задать вопросы, хотим, чтобы вы проголосовали, мы потом обсудим эти вопросы, результаты с нашими участниками. Мы пройдем 3 раунда вопросов и потом послушаем участников нашей дискуссии. Сначала попрошу взять слово Сильвию. Мы будем говорить на первую тему, а потом будем переходить тоже по проходить эту тему с остальными участниками, последующими участниками. Какие барьеры сегодня к тому, чтобы у всех был доступ к интернету? Ведь расширяется мобильная инфраструктура. Какие барьеры, какие помехи? Большое спасибо. Большое спасибо за приглашение. Добрый день, добрый вечер всем. Я в Австралии, в Брисбейн. У нас рано утром. Простите, если еще кофе на меня не подействовал. Я еще раз благодарю за приглашение. Я знаю, что потребовалось несколько месяцев, чтобы подготовить эту встречу. И важнейшим пунктом этой дискуссии является тема, для меня очень важно, когда мы смотрим в будущее, мы понимаем, что цифровая трансформация проходит все скорее и скорее во многих местах. Но заодно мы видим, сколь большой разрыв существует между городскими и сельскими местностями, между различными регионами, пространство Азии и Тихого океана – это очень разнообразный регион. И это тоже касается различных регуляций, законодательства, управления предприятиями. Эта культура управления отличается от того, как действуют предприятия на Западе. Я живу рядом с Брисбеном, рядом с недалеко моего дома, в около 4 больницы, но врачи не предложили нам никаких телевизит, хотя у больницы есть доступ к соответствующей инфраструктуре. В Австралии можно проехать много-много километров, не покидая наш штат, и тогда мы пользуемся таким авиа-эмерженси, у которых большой опыт электронного здравоохранения, здравоохранения по телефону, так что опыт есть. Конечно, у всех разные требования, и
доступ должен быть прежде всего рассматриваем в локальном контексте. Любой человек должен иметь возможность найти по интернету решение для своей проблемы. Операторы ищут таких решений, как обслуживать клиента, и они открыты на применение различных гибридных систем. Они понимают, что они не в состоянии справиться со всем сами. Они ищут поддержки тоже у различных регуляторов, чтобы снизить эти барьеры, чтобы дать возможность войти на рынок новым игрокам. Начинают появляться новые бизнес-модели. Что касается стоимости интернета, я хочу подчеркнуть здесь три момента, которые очень важны для нашего региона. Наш регион очень часто подвергается различным бедствиям, пожары, землетрясения, ураганы. И стоимость готовности очень высокие. Нужно побороть огромное расстояние, чтобы приехать в определенное место и оказать помощь. Это все требует огромных финансовых вложений. Следующая трудность связана с законодательными регуляциями. И третий пункт – это потребность, чтобы построить соответствующий локальный потенциал, который позволит планировать и содержать инфраструктуру, местную инфраструктуру. Большое спасибо. Очень интересное наблюдение, очень интересный регион. Вент, приветствую еще раз. Большое спасибо, Роберто. Я хочу поблагодарить Сильвию за то, что она так кратко и четко охарактеризовала проблему своего региона. Мне кажется, что ее точка зрения, в принципе, относится к любому территории. В США тоже нет общего доступа к интернету. В общем, в сельских местностях, в деревнях это выглядит не очень хорошо. Есть тоже такие проблемы в некоторых городах, в некоторых кварталах. И эти проблемы связаны с доступом к устройствам и со стоимостью. И если люди не могут себе позволить оплатить интернет-соединение, они не могут им пользоваться. Мне понравилось очень ваше замечание, что интернет нам позволяет делать многое. Если мы хотим действовать более инклюзивно, нам нужно беспокоиться не только за физический доступ, за то, чтобы эта система была обслуживана, но мы должны задуматься тоже над тем, насколько полезным является интернет, есть ли там полезный контакт, предоставляет ли он требуемые услуги. И это было особо видно во время пандемии. Например, телефонное здравоохранение, электронное здравоохранение оказалось огромной поддержкой. Я живу далеко от больницы, но даже бы, если я туда приехал, врачи бы мне сказали: нет, не заходите, мы боимся пандемии, не заходите, у нас небезопасно, лучше всего просто позвоните. И моя реакция была бы следующая: что это за медицина, никто не проверил мою температуру, никто не померил давление, никто не провел обследование. Поэтому мне кажется, что в контексте интернета все больше будет нужно оборудование, которое сможет устройства, которые смогут провести автоматическое исследование. Так что наверняка еще нужно их изобрести. И мне кажется, что такие услуги станут доступны еще раньше, чем мы думаем, еще большему количеству людей. Появляются не только новые мобильные решения, возможности, все действует все быстрее, все скорее. Есть
слухи о новейших сателлитных решениях, говорится о том, чем занимается SpaceX. И недавно мои коллеги, и я, кстати, тоже участвовал в таком тестировании, самотировании самолетов, которые управляются солнечной энергетикой, которые просто летают над какой-то территорией и тем самым предоставляют интернет ЛТЭ. Есть тоже такая фирма, которая содержит специальный флот воздушных шаров на соответствующей высоте, и эти шары тоже обеспечивают интернет, ими специально управляют и их регулируют. И эти шары, они тоже предоставляют услугу 4G, и на данный момент не требуется какое-то особенное оборудование, просто достаточно, если у вас есть мобильный телефон, и вы можете этим пользоваться. Мы наблюдаем, что все чаще используются лазеры. Лазеры, которые тоже помогают добиться соответствующего соединения. Например, иметь такое соединение под водой. И тогда соединение может быть доступно в местах, в которых они обычно недоступны. Так что такие решения есть, и у нас появляются новые перспективы, новые возможности, и необходимо за ними наблюдать в контексте использования интернета. А что важно? Важно контент, потому что именно контент решает о том, что человек может решить проблему. Я на этом закончу, но большое спасибо, что вы мне предоставили слово. Вы упомянули одну важную вещь. Вы упомянули новые технологии. Технологии, которые связаны со смартфонами, 5G, 6G. Но наверняка большинство популяции было бы обязано за то, что у них будет хотя бы 4G, лишь бы это было во всем мире. И это нас ведет к следующему участнику. Монджи расскажет нам о своей точке зрения. Он является представителем важного поставщика мобильных устройств. Скажите, Монджи, как это выглядит с вашей перспективы? Большое спасибо. Добрый день и добрый вечер. Я очень рад, что могу с вами встретиться. Я очень рад, что у нас есть возможность поговорить на важную тему. Мы говорим про цифровую инклюзивность. И я хочу подчеркнуть, сколь важна является интернет-инклюзивность, цифровая инклюзивность. Конечно, важны цифровые квалификации, знания, доступ, контент, локальный контент. Я хочу поговорить о разных программах, которые были задействованы, и эти программы запускали правительство и национальные институты, сверхнациональные институты, а также операторы, частные поставщики. Эти программы должны поддержать расширение доступа к интернету. Как мы знаем, это условия устойчивого глобального развития, особенно в условиях пандемии COVID-19. Все чаще мы говорим о том, что фундамент мира – это интернет, и что интернет никогда не был важнее, что касается обеспечения важнейших общественных потребностей, что касается поддержки экономики. И это подтверждают различные опросы, статистики, что доступ к интернету не глобальный. Три с половиной миллиарда человек живет в регионах, в которых невозможно пользоваться интернетом. Миллионы учеников живут в таких местностях, в таких регионах, где невозможно пользоваться интернетом. И отсутствие этого доступа является огромной
барьерам. Один из отчетов, которые публиковали в прошлом году, там измеряли цифровое присутствие, оказывается, что 97% населения на Земле живет там, где есть сетевой охват, где имеется также широкополосный интернет, но вовсе не такая большая часть, некоторый только процент этим пользуется. Так что у нас наблюдается тоже разрыв между развитыми государствами, где почти 97% жителей пользуются интернетом, и остальными странами, где только 19% населения онлайн. Каковы причины такого порядка? Генеральный директор фирмы Orange и GSMA, то есть объединение операторов мобильных сетей, говорит о трех причинах, почему большинство африканских стран нет полного доступа к интернету. Во-первых, высокая стоимость такого доступа, высокая стоимость инфраструктуры, передачи данных, это все еще слишком высокие цены. Комиссия по устойчивому развитию в 2018 году сказала о том, что 2050 года доступ к широкополосному интернету, что стоимость этого доступа должна составлять менее 2% месячного дохода. Восемьдесят девять стран, в том числе часть стран развивающихся, приступила к этому соглашению. Но, несмотря на то, что мы добились большого успеха, большого прогресса, то эта стоимость, высокие цены остаются еще большим барьером. Так что это первая причина, первая помеха – стоимость. Вторая – отсутствие квалификации, компетенций в области интернета. И это тоже основная причина. В разных странах, независимо от уровня их развития. И третья причина, третий барьер – это отсутствие контента на локальном языке. Кроме Европы, США и Китая, это третья основная проблема. Почему? Доступ к интернету недостаточен. Почему использование интернета на недостаточном уровне? Есть политик, которые нацелены на увеличение локального контента в интернете. Эти меры должны содействовать цифровой инклюзивности. И различные международные институты, национальные, международные частные предприятия проводили переговоры на тему различных аспектов доступа к интернету. Многие сотрудничают в пользу ликвидации разрыва, пробелов. Была задействована специальная платформа для Африки, платформа, которая позволяет сотрудничать с правительствами, с частными предприятиями, чтобы улучшить доступ к интернету, чтобы продвигать доступ к мобильному интернету, сосредотачиваясь на развивающихся рынках. Это программа, которая сосредотачивается на мобильных операторах,
Заодно эта программа касается тоже различных мер по продвижению образования, цифровой инклюзивности. Эту программу поддерживают местные правительства и международное сообщество. Многое происходит на чате на данный момент. И я хочу поощрить всех участников, чтобы они обменивались своими мнениями. Мы услышали несколько слов на тему статистики, о которых Монджи тоже упомянул. И это ведет нас в свою очередь. И еще раз к Соне. Мы все знаем, что в твоем институте вы генерируете множество статистических данных в плане расходов, связанных с интернетом. Я с интересом узнаю твое мнение насчет первой темы. Большое спасибо, Роберто, большое спасибо всем, особенно организаторам ИГФ, Марго, за приглашение, а также за возможность встретиться сегодня с вами. Прежде всего, эти дискуссии являются интересными, даже когда слушаешь вас всех и когда читаешь комментарии на чате. Я думаю, что все то, что большинство из вас представило, начиная с Сильви, что означает иметь разумное соединение и что означает иметь значимый доступ с низкими расходами. Это все имеет значение для нашего альянса для недорогого интернета. Поэтому мы создали такую концепцию при сотрудничестве со многими из вас и с партнерами в контексте того, что мы считаем, что должно представлять собой доступ к интернету, как должен измеряться доступ к интернету именно с этой перспективы, с перспективы значимого и недорогого доступа. Я хочу обратить ваше внимание на два вопроса, ответить на первый вопрос, который был задан тобой, Роберто. Первый вопрос следующий. В ответ на то, о чем вы спрашиваете, для нас такого типа доступ свидетельствует о том, что у каждого есть доступ к интернету каждый день, имеет соответствующую возможность скачивать пакеты данных, скорость и устройство. Если у нас это есть, то это даст нам разумное соединение. Если этого не будет, мы не будем в состоянии пользоваться шансами, услугами, которые могли бы нами быть использованы. Сильвия, это также другие говорили об этом на чате. Когда мы говорим об этом, что мы имеем в виду, когда говорим о скорости потока данных, о минимальном соединении, которое является эквивалентом 4G. Хорошо было бы, чтобы эти пакеты данных могли быть передаваемыми без лимита. И все это, что все то, что ниже этого, не является приемлемым решением. Самое главное – это то, чтобы у людей был доступ к услугам, к информации, чтобы они были творческими, чтобы они свои решения принимали сами или с семьями. Если у нас не будет соединения, мы не будем говорить о соединениях, которые являются дешевыми. Мы сейчас меняем мир. И мы в значительной степени влияем на то, чтобы снизить неравенство. Мы должны гарантировать соответствующий уровень капиталовложений, а также мы должны обеспечить урегулирование. Нам нужна поддержка, которая позволит на такое интернет-соединение недорогое и значимое. И помни об этом, я хочу затронуть некоторые вопросы, которые были высказаны и раньше. Я прошу извинения, операторы – это фантастические партнеры, но они иногда по-другому понимают то, что нам нужно в нашем секторе интернет-соединения. Я хочу также упомянуть о том, что было сказано в чате. Мы говорили о разрыве. С этого все начинается. Если кто-то мне говорит, что 80% населения в мире имеет именно этот ракурс действия, охват, я говорю, что это неправда, это не так. Большая часть населения мира имеет ракурс действия сетей, которые являются низкокачественными, и они не могут обеспечить соединение, которое является низкостоящим и скоростным. Именно такой доступ к интернету развился действительно в большой степени благодаря сектору, который, как мы знаем сейчас, осознает то,
что сейчас это еще важнее в этом, в этой широкой экосистеме развития. Нам нельзя думать о цифровом развитии и о таком доступе, как к чем-то, что является чем-то фешенебельным вариантом, опционом. Нет, это абсолютно необходимо. И все, что ниже этого, для нас неприемлемо. Поэтому я могу сказать, что я бы хотела узнать, каково покрытие, каковы эти охваты. И это означает, что если у всех будет охват 4G, тогда мы сможем говорить, что да, этот доступ есть. Я не говорю о городах, я не говорю о населении, которое генерирует самые высокие доходы. Но везде никто не может быть отброшен, никого нельзя оставлять на полях, нельзя выключать или исключать. Нам нужно поменять менталитет не только в контексте капиталовложения, но также в контексте наших целей для цифрового развития. А то, что является самым важным для того, чтобы наши политические рамки везде в мире, на региональном, глобальном, национальном уровне отвечали этим нуждам, отвечали этой действительности, мы должны это сделать, включая также интеллигентные инвестиции, которые проводятся частным сектором, но также нужны капиталовложения общественного сектора при сотрудничестве с организациями и правительствами на уровне ИГФ. Нам вам нужно слушать то, что говорит гражданское общество. Если мы не будем прислушиваться к людям, если у нас не будет четкого понимания, как люди хотят вовлекаться в отношения с технологией, тогда мы не будем служить этим людям. И мы не служим тогда и общественному благу. Нашей ролью является то, чтобы менять менталитет, чтобы сосредотачиваться на общественном интересе и чтобы гарантировать, что все те решения, которые мы принимаем, были сутью наших действий. Я с нетерпением жду продолжения дискуссии. Я хотела бы побольше услышать со стороны участников чат, комментарии. Я вижу, что все это разрастается. Я хотела бы быть везде, повсюду, в каждом месте, но я здесь. И большое спасибо за это, Соня. Да? Чат действительно стремительно развивается. Большое спасибо. Это было очень красивое закрытие первого тура. И переходим ко второму. Первый политический вопрос. Какие принципы, подходы, координированные действия можно предпринять как среда, которая занимается поддержкой именно в области оцифровки для того, чтобы были на более низкие цены на интернет, а также как можно обеспечить инклюзивный доступ, особенно в развивающихся странах, для того, чтобы ускорить проникновение интернета в регионах. Сейчас мы можем начать с тебя. Богдар, тебе слово, пожалуйста. Большое спасибо. Прежде чем я перейду ко второму туру, я бы хотел на минуточку вернуться назад и сказать, чем является инклюзивность, чем является включение и этот значимый доступ. Вы используетесь такими терминами. Слушая то, что я говорю, я хочу вам дать пример. Я в Элизабебе, я в столице Африки, можно сказать. И у меня соединение в 1 гигабайт. Но проблема состоит в том, что когда отрезаю ток, все падает. В таком положении у меня вот очень хорошая машина, это BMW. Но это будто там не было просто бензина, не было топлива. Когда мы говорим о подходе к интернету, нам нужно забыть о других вопросах. Мы зачастую забываем об электроснабжении, о мощности. И нужно помнить в Африке о соотношении функций между доступом к электричеству и к интернету. Видите, у нас здесь 40%, здесь и здесь. Если посмотрите на разницу между городскими и сельскими областями, видим, что
40% живут в городах, и они имеют доступ к интернету. Когда мы занимаемся инженерией и расстановкой сети, мы задаемся вопросом, как я буду снабжать ток в эту сеть, как я буду снабжать электроэнергию в эту станцию, откуда я найду этот ток. Это первый вопрос, который я задаю. Если я не в состоянии снабжать электроэнергию, это будет бесполезно. И именно так случается в большинстве случаев, когда Монджи говорит, что у нас 85% покрытия, да, наверное, там будет в разных местах по 1 гигабайт, но проблема заключается в том, что даже те люди, у которых хороший сигнал теоретически 4G, они не в состоянии позволить себе на доступ, потому что нет электроснабжения в их домах и нет устройств, которые могут использоваться для того, чтобы со смыслом как-то подключиться к интернету и зайти в приложение. И это вопрос, на который нам нужно ответить. И люди из ICT считают, что это не наша ответственность. Мы считаем, что энергетический сектор проделал свою работу путем того, что они обеспечили сеть, но нам нужно подключиться. Но нам нужна координация. Мы должны вот понять, что мы не в состоянии подойти к этой проблеме доступа к интернету, если не взять во внимание и других факторов. Почему не поговорить об энергетическом секторе? Почему не поговорить об уровне урбанизации? Почему не поговорить о том, чтобы здесь инвестировать? 2-3 года назад я посчитал, что количество сетей в Африке, впрочем, там теоретически очень большой охват, но использование этого потока интернета в интернете на уровне ниже 30%. У нас масса мегагерцев здесь, там, но это летает везде. У нас даже оптоволокно, у всех оптоволокно, но это вообще не используется. Поэтому в этом месте нам нужно сформировать нашу политику, учитывая этот факт. Мы должны учесть развитие разумного доступа к интернету, когда смотрим на это под углом 360 градусов. Я хочу еще сказать, что другие также очень хорошо высказались на эту тему. Большое спасибо за то, что сказал. Африканский регион напоминает Латинскую Америку, потому что она на юге. И у нас Кристиан О'Херти. Приветствуем сердечно на этой дискуссии. Мы с удовольствием выслушаем твои мнения. Тебе слово, пожалуйста. Я очень благодарна за то, что меня пригласили на эту дискуссию. Здравствуйте, дорогие коллеги. Я встретился с некоторыми из вас, например, с Винтом, с Сильвией в 90-е годы, 30 лет тому назад. В то время мы строили сети, мы применяли оборудование, мы обучались. Такие люди, как Винт, например, обучали нас, как этим пользоваться. Тогда нам нужно было предпринять огромные усилия для того, чтобы строить в наших странах, также и в Латинской Америке. Сильвия тогда была в Колумбии, чтобы строить эти решения. Не было соответствующей инфраструктуры в наших странах. Все нужно было построить с нуля. Построение чего-то, о чем люди не знали, что это такое, требовало того, что мы должны были убедить наших шефов, что стоит инвестировать в то, что является неизвестным. И 4 года спустя эта ситуация поменялась резко. Интернет был связан с бизнесом, с поставками услуг, которые увидели здесь бизнес кейс и начали применять свои собственные сети. Мы ждали, чтобы подключить наши дома, университеты к сети. За несколько лет появилась новая норма, связанная с ожиданием возможности подключиться к сети. И мы осознали, что это то, что с нами уже останется довольно длительное время. Но это
конечно, представляет собой ценность, возможность развлечения. Конечно, были и бизнес-цели, но были введены урегулирования правительством. Вся эта система была готовой, она была введена для того, чтобы можно было внедрять интернет на основе бизнес-моделей для поставщиков интернета. Это было удачное мероприятие. Эта система была возможна, и можно было подключить к интернету половину мира. Но сейчас мы оказались в таком положении, которое напоминает то, что случилось на первых этапах развития этого технологического решения. Сегодняшняя бизнес-модель поощряет поставщиков услуг по интернету, чтобы они давали большие скорости. Но это не обогащает тех местностей, где люди еще не являются подключенными. Нам нужно было вернуться назад к стилю, который был с самого начала, и постараться дать возможность поддержки тех местностей, которые еще не подключены к интернету, построить сети, опять маленькие компании, сообщества, для того, чтобы можно было это соединение создать. И эти маленькие компании, предприятия, маленькие местности смогли подключиться по низкой цене. Для того, чтобы такое могло состояться, нам нужно было себя как-то построить, нужно было ввести изменения, построить новую среду. То есть нужно было ввести изменения именно в тех местностях, которые требовали доступа. Что означает, что нам нужно было себя адаптировать, измениться, нужно было научиться новым компетенциям именно в тех местностях, которые не были подключены. Я не имею в виду только сельские регионы, но также и городские. И Сильвия и Вин также говорили, что были такие местности, которые были вблизи, и которые действительно ощущали необходимость хорошего доступа. И проблемы иногда касались цены подключения, иногда дело было в возможности подключения. Нужно было создать такую действительность, нужно было быть открытым к новому подходу, к действиям, изменениям. И нужно было это сделать по-другому. И это иногда может оказаться трудным. Иногда может быть трудным, чтобы этого добиться, чтобы убедить регуляторов, а также бизнес-среду, а также, чтобы убедить всех тех, кто должен привыкнуть, что именно так сейчас построен мир. Нам нужно было подготовиться к этой адаптации, потому что тогда, когда вводятся изменения, так, мы нуждаемся в модификациях, и изменения наших решений были также необходимы, потому что не все первоначальные решения сработали. Нужно было подойти к этому с открытой головой и вовлечь как можно большее количество людей к этой идее. Правительство, которое осуществляет проекты по созданию инфраструктуры, по подготовке новых принципов урегулирования, что бы это ни было, что бы мы ни решили, нужно было вовлечь как можно больше сторон в процесс дискуссии. Потому что если мы хотим, чтобы что-то изменилось, нам нужно отнестись ко всем возможностям, проанализировать их. Также нам нужно быть неиспуганными. Сегодня это не так уж трудно из-за того, что мы очень рады, что есть возможности поддерживать тех, кто еще не подключен. И мы все полагаемся на эти концепции. В этом году, как это было уже упомянуто, многое, что сейчас является очевидным, не было настолько очевидным в прошлом. Стоимость интернета не распознавалась когда-то так хорошо, как сейчас. Когда-то нужно было убеждать, что мы будем принимать решения, которые могут казаться рискованными. Но сейчас это очевидно. Поэтому нужно стараться идентифицировать, а также удалять барьеры для применения новых решений по инфраструктуре. Зачастую, как я сказала раньше, все эти системы готовятся для бизнеса.
И одновременно случается, что существуют барьеры для маленьких компаний или, например, для сетей, которые работают в местном сообществе. Маленькие элементы сети должны также построиться для того, чтобы подключить маленькие местности. Все это готовится сейчас обычно для крупных компаний. Мы имеем дело также с бизнес-посредниками, которые должны быть вовлечены для того, чтобы работать на уровне столиц государств. Разного рода проблемы раньше казались действительно налицо, особенно на провинции, которые являются, где, в тех местностях, которые являются удаленными. Как можно поддержать те местности, которые нуждаются в поддержке? Это мое предложение, чтобы задать такой вопрос, и можно также подумать о наших обязательствах. Спасибо большое, Кришин. Ты, конечно, начал сейчас комментарии, которые нацелены на конкретные действия. Ты также упомянул о трудностях, которые нам нужно преодолеть и включить в наш анализ. Это напоминает то, что говорила Сильвия. Я, пожалуй, отнесусь к тому, что говорила Сильвия, также к действиям, которые следует предпринять для того, чтобы преодолеть проблемы, которые были упомянуты раньше. Сильвия, тебе слово, пожалуйста. Спасибо большое, Роберто. И возвращаясь к тем аргументам, которые я представила раньше, ой, извиняюсь, тут всплыло окошко секретариата. Я извиняюсь. Я возвращаюсь к аргументам, которые я представила раньше, в начале моего выступления. Я сейчас пойду в обратном порядке. Я хочу обратить ваше внимание на значение учтения инвестиций для построения технических возможностей на местном уровне. Интернет должен быть быстрым, надежным и недорогим. И он также связан с потенциалом людей, которые его вводят, а также занимаются техуходом. Конечно, со всей уверенностью. Иногда это выглядит как магия, как волшебство. Все это отражается в комментарии, который был сделан Кристианом. Когда мы встретились много лет назад, мы старались подумать, как интернет можно поставить в наши страны Латинской Америки. А сейчас я в Азии, 20 с лишним лет спустя, и многие вызовы остаются. Если бы вы мне дали секунду, у меня проблема с моими конспектами. Дайте мне, пожалуйста, секунду, я это все починю быстренько. Мне нужно это скачать еще раз, чтобы можно было этим воспользоваться. Я хочу сказать, что вы знаете, что мы получили ваши вопросы в Q&A. Там все вопросы, которые вы задаете, также на чате идет бурная дискуссия. Некоторые из вас также пользуются Q&A и чатом. Пожалуйста, задавайте вопросы через Q&A, то есть questions and answers, вопросы и ответы. Карен регистрирует и систематизирует эти вопросы. Да, я уже готова. Второй момент, который я хочу представить, связан с тем, что сказал Кришин. То есть очень важным является то, чтобы вести открытую и честную дискуссию между операторами и правительственными агентствами, потому что мы говорим также о финансовом влиянии, о соответствии с законодательством. Иногда это влияет отрицательно на наши цели, когда применим разные технологические решения. И это было в первом сегменте сказано, когда мы поддерживаем доступ в отдаленных местностях, нужно также ответить на вызовы, которые могут испытывать новые игроки. И, как было сказано раньше, нам нужно поддерживать изменения для больших операторов, там, где compliance является частью бизнеса. И это сильно связано с тем, что раньше сказал Моджи. Я считаю, что существует огромное недоразумение в контексте того, что на самом деле выступает за закрытой дверью и вызовами, с которыми сталкиваются операторы.
маленьких и крупных. Этот диалог должен идти открыто. И иногда это трудно из-за того, что тогда, когда все карты покажем на столе, это означает, что часть нашего конкурентоспособного преимущества теряем. Группы операторов сетей имеют огромное значение. Нужно налаживать эти контакты для того, чтобы обсуждать технические и бизнес-вопросы. Нужно также действовать в соответствии с законодательными рамками. И важно также и то, чтобы поддерживать эффективную координацию в контексте управления стихийными бедствиями для того, чтобы готовиться именно к таким ситуациям, чтобы восстановление проходило быстрее. И в этом контексте я хочу привести пример одного из циклонов, который ударил в землю. Нужно понять, что маленькие поставщики интернета ощущают. Я говорю о 17 башнях, которые были соединены для того, чтобы обеспечить оцифровку острова. Все они были готовы к использованию. И если другие башни были разрушены, там должно было быть также и поставлено мощность из Новой Зеландии. Это действительно требует огромных усилий, поэтому расходы, связанные с восстановлением инфраструктуры, являются огромными. Если каждый год ударяет циклон, это влияет существенным образом на экономику. А маржа из инвестиций является также низкой. Давайте вернемся еще к теме электричества. Коллега говорил об этих вопросах. Это вопрос координации между законодательными рамками, которые могут дать преимущество местному сообществу. Нужно исследовать связь между поставкой электричества и интернета. То есть мы сейчас говорим о конкретных связях, а также нужно помнить о слаборазвитых странах, изолированных странах. Разные инновации были введены в рамках поставки интернета, также в связи с электроснабжением. Это дает нам возможность удовлетворить нужды местных сообществ. Сейчас это поддерживается уравновешенностью доступа к интернету. Это позволяет нам застрелить двух зайцев, потому что те, кто работает над масштабированием этой технологии, испытывают проблемы на пути того, чтобы это было уравновешенным, устойчивым. Я напишу еще эту информацию, потому что у нас инновация, которая является очень интересной. Это решение является солярным. Это технология объединения интернета и технология производства энергии, но рамки не позволяют на поддержку устойчивости такого решения. Большое спасибо. Роберто, даю тебе слово. Большое спасибо. И закрываю этот раунд дискуссии. Я предоставлю еще город Виторию. Мы знаем, что он касался различных проблем из этой области, но я еще прочту несколько его комментариев. Вы наверняка читаете чат. Если нет, то, пожалуйста, почитайте. Что касается чата, я вижу в этом чате много интересного. Там много происходит. С одной стороны, мы смотрим презентации, слушаем высказывания, но заодно люди разговаривают, а они друг другу не перебивают. И я читаю эту дискуссию, смотрю эти комментарии. Иногда участники замалкивают, и я вижу, что они прислушиваются, а потом опять комментируют. Так что
вопрос возникает, как за этим всем следить, потому что это нечто хаотично происходит, это выглядит немного как коктейль-партия. Но давайте вернемся к теме. Существует широкий спектр различных требований и нужд, которые необходимо обеспечить, чтобы интернет действительно был полезным. И это касается и снабжения электричеством, и снабжение различными материалами, кабельного соединения, приложений, языков, на которых передается данная информация, квалификация использования систем, знания на тему того, как безопасно пользоваться интернетом. Эта тема еще здесь не появлялась, но мы все понимаем, что эта среда не самая безопасная, то те устройства, которые мы получаем, те программы, которые мы получаем, они могут не быть в состоянии самих себя защитить от зловредов или от различных кибератак. Это существенная проблема, и многие люди, многие из нас, и в том числе и я, мы не в состоянии сами защитить свое устройство, которым мы пользуемся. Часто у нас нет доступа к кодам. Мы не программисты. Языков программирования очень много, и наши технологии основываются на различных языках, и так что вопрос развития компетенции – это очень важный момент, и надо всегда о нем помнить. Я слушаю про разные амбиции, про разные цели. Я слушаю про проблемы, которые необходимо решить. Я хочу сказать, что даже если мы решим эти проблемы, то мы создадим нечто очень ломкое, деликатное, а что заодно будет нашей основой. Так что то, что мы готовы положиться на программы, я зарабатывала всю жизнь на том, что я создавала различные программы. Однажды я даже ушибил лоб, когда я разозлился, что я что-то не так сделал в своей программе. Так что мы очень часто полагаемся на умения программистов, на знания программистов, на их способности. Мы полагаемся на их квалификации, на их знания. Мы заодно рассчитываем, что они эти потенциальные ошибки умеют ликвидировать, но откуда берутся эти ошибки? Откуда мы знаем, что они появились в программе, а что их кто-то не подкинул? Ведь это все существенные вопросы, и о них необходимо помнить. Если мы хотим этим пользоваться, если мы хотим использовать это мощное орудие, мощный инструмент, то нужно эти различные моменты понимать. Пандемия только подчеркнула, в какой зависимости мы от интернета. Сейчас, когда мы не можем быть, когда мы не в состоянии общаться лично, мы общаемся по интернету. И мы видим, что есть люди, которые не в состоянии работать без физического контакта, без личного контакта. У нас есть большой спектр проблем, которые необходимо решить, которым необходимо обнестись. Но я хочу обратить тоже внимание на положительные моменты. Есть у нас участники, которые правда волнуются за то, чтобы решить эти проблемы, которые ищут решений. Это люди, связанные с форумом, это люди, которые участвуют в различных организациях. И это мне дает надежду, что такие дискуссии, как эта дискуссия, что они приведут к реальным решениям, которые приведут к тому, что интернет будет устойчивым, популярным и недорогостоящим. Винсент, еще раз большое спасибо. Замечательный итог следующего раунда наших вопросов. А давайте теперь перейдем к третьей части нашей встречи. И я ставлю вопрос. Есть ли конкретные бизнес-модели в секторе электросвязи, связанные с предоставлением интернет-услуг, которые могут быть полезны для расширения недорогостоящего доступа к интернету? Есть ли такие бизнес-модели? И какова роль различных организаций в таких инвестициях? Давайте начнем с Сони.
Большое спасибо. И я с радостью, с удовольствием прислушиваюсь к этой дискуссии. И я начну с того, о чем уже говорил Винт, об ошибках в программах, об удалении этих ошибок. Чтобы продвигать возникновение новых бизнес-моделей, чтобы поддерживать провайдеров, чтобы поддерживать новый способ мышления о доступе к интернету, нам нужно решить некоторые законодательные проблемы, потому что очень часто эти рамки являются помехами для того, чтобы на рынок вошли новые игроки в нашу экосистему. Так что такого вида бизнес-модели, а я глубоко убеждена, что Крис еще вернется к этой теме, это бизнес-модели, которые поддерживают внедрение различных сетей, многих сетей в обществе. Есть люди, которые многое сделали в этой области. Есть общественные сети, которые обнадеживают, которые показывают, что мы можем проникнуть к тем общностям, которые были где-то вдалеке от доступа к интернету. Так что суть в том, чтобы думать не только о сотрудничестве между операторами, но чтобы думать глобально о всей сети, которая сможет заполнить пробелы, которые присутствуют в данном секторе. Эти пробелы часто появляются в итоге традиционного способа мышления, традиционного законодателя. Продвигались зачастую огромные операторы, но они в состоянии сами обеспечить доступ всем и всюду, рентабельно и значительно. Так что распознание этих ошибок, этих пробелов – это критический момент. Ошибок много. И много здесь, много говорить, я этим занимаюсь, и я вам рекомендую познакомиться с результатами наших исследований. Мы уже говорили о заряде, требуется больше сотрудничества между сектором энергетики и сектором электросвязи. Требуется больше обмена инфраструктурами. Требуется больше координации в планировании инфраструктур, чтобы редуцировать издержки, особенно что касается построения новых инфраструктур и содержания присутствующих. Эти инфраструктуры можно, например, проецировать на то, чтобы редуцировать издержки по стороне клиента. Так что стоит ориентироваться на то, чтобы сокращать расходы клиента. Что касается дополнительных провайдеров, это инновационное, связано с инновационными способами мышления игроках спектра вне лицензий. Не должно быть так, что в любом регионе любой субъект должен вымаливать у правительства лицензии на то, чтобы мог обеспечить общедоступный Wi-Fi. Все регуляторы в своих законоположениях, в своих законопроектах должны помещать такие положения, которые гарантируют конкретный процент доступа новых операторов для общественного блага, чтобы у общества был доступ к интернету при помощи данных полос. Мы пользуемся разными возможностями доступа к Wi-Fi. Во многих пунктах мира такого доступа нет. И это доступ, ограниченный доступ, это он часто является результатом отсутствия политической воли. А эта воля абсолютно необходима. Политическая воля и участие заинтересованных сторон, активно заинтересованных сторон. Вы знаете, что мы сотрудничали с ITU. ITU добилась прогресса в изменении способа мышления о цифровизации. Мы гордимся этим сотрудничеством. Мы вместе создали отчет Connecting Humanity.
И суть в том, чтобы до 2030 года обеспечить общий доступ к интернету всем, любому человеку. Когда мы готовили это исследование, этот отчет, мы обсуждали, сколь важно является сотрудничество, но такое реальное, настоящее сотрудничество между заинтересованными сторонами, чтобы создать хорошие инвестиции, чтобы строить надлежащее партнерство, чтобы добиваться того, чего мы запланировали. Эти более 400 миллионов долларов инвестиций – это инвестиции для того, чтобы обеспечить соответствующий уровень интернет-соединения. И в этом участвуют не только инвесторы, но и субъекты, которые создают соответствующие условия для инвесторов. Нужно учесть изменения законодательства в той степени, о которой я говорила. И очень важно верить в эти перемены. Я не хочу показаться наивной, я не хочу тоже позволять себе провокаций. Но я хочу рассказать о том, о чем мы говорили с моими коллегами. 480 миллиардов долларов. Это кажется много, но это вовсе не так много. 42 миллиарда в год в мире расходуют свыше 400 миллиардов долларов на сладкие напитки, на газированные напитки, безалкогольные напитки, на то, в чем мы не нуждаемся. Если мы считаем, что значительный доступ к интернету важнее газированных напитков, то мне кажется, что мы можем вместе все сделать, что мы можем бороться за то, чтобы эти средства, которые мы расходуем на газированные напитки, чтобы эти средства использовать для расширения доступа к интернету. Будьте нашими партнерами. Мы знаем, что сделать. Просто нужно приложить все усилия, чтобы те люди, у которых есть соответствующие ресурсы, чтобы они использовали их во имя общественного блага, для всех, для блага всех, а не только для отдельных граждан. Большое спасибо, я очень рада этой дискуссии, и я надеюсь, что мы еще будем обмениваться мнениями. Соня, спасибо, это было замечательно начать с нашей заключительной части. Давайте перейдем сейчас к эмоджи. Саня, большое спасибо. Я отнесусь к вашим наблюдениям. Несколько лет тому назад мы создали такой отчет. Данные были обеспечены правительствами, предоставлены правительствами. Я знаю... Я согласен с этими данными, что касается охвата доступа к сети. Пробелы есть, разрыв есть, но важнее сократить затраты и увеличить квалификации, потому что у нас более 3 миллиардов человек, которые живут там, где сеть есть, у них доступ есть. Этот доступ может быть хуже, лучше, 3G или больше, но они не пользуются интернетом. Заодно у нас около полтора миллиарда, но меньше, чем 3 миллиарда. Человек, у которых вообще нет доступа к интернету. И нам кажется, что это число, это почти такое же число людей, которые живут вообще без доступа к электричеству. Большое это люди, которые живут в Африке. Так что есть огромные разрывы. Я согласен с тем, что доступ к электросвязи все еще проблема. Я согласен с тем, что есть регионы, в которых нет этой сети. Есть такие регионы, мы это знаем.
Я знаю об этом как инженер, который работает в секторе электросвязи. И по этой причине нам нужно искать инновационных решений. Нам нужно создавать лучшие стратегии, лучшие политики. Нам необходимо предоставлять низкополосные частоты, и нужно отнестись к этому доступу. Нужно тоже улучшить качество интернета, не только его распространение. В сельских местностях заодно нам необходимо повышать квалификации, защита данных, безопасность — это все очень важные вещи, и им нужно учиться. Это вовсе не просто. Иногда нам нужно отвечать на различные вопросы, когда мы открываем сайт. И здесь требуется знание, и нужно поднимать уровень образования, образованности в области интернета. Мы, как операторы, правительство, различные заинтересованные стороны должны стремиться к универсальной услуге. Вопрос не только в доступе, вопрос в предложении для общества. Второй элемент является очень важным, то есть это инклюзивность является очень важной. Мы должны сотрудничать с правительствами, с технологическими компаниями, с поставщиками оборудования, чтобы повлиять на цену смартфонов, на цену самого оборудования, то есть охват сети, цифровые конференции и также местный контент. Именно эта инклюзивность, услуги, благодаря этому будут более полезными. Эти четыре элемента – это те моменты, на которых нам следует сосредоточиться, сотрудничая. Но охват по-прежнему является проблемой, но есть и другие проблемы. Расходы, компетенции – это все те вопросы, которые нам нужно решить, и они становятся все более значимыми в плане инклюзивных действий. Большое спасибо. Сейчас Мотор. Пожалуйста, я попрошу тебя, чтобы ты отнесся к своему конкретному опыту. Может, ты помнишь из того, что было в Африке, какие-то конкретные примеры, которыми ты хотел бы с нами поделиться в плане всех действий, которые могли бы осуществить все операторы для того, чтобы обеспечить низкостоящие услуги. Тебе слово. Большое спасибо. Честно говоря, мне трудно найти такой пример, который сейчас пришел бы мне в голову, который был бы подходящим в плане низкостоящего доступа к интернету. К сожалению, в Африке большинство операторов являются операторами извне Африки. В подавляющем большинстве они руководятся только выгодами из инвестиций. Конечно, они имеют на это право. Они руководятся возвратом из инвестиций. Но я хочу также отнестись к тому, что было уже сказано. Соня сказала несколько важных слов. Спасибо, Соня. Я хотел бы отнестись к одному довольно маленькому моменту. То, что было багом, ошибкой в решениях, связанных с регулированиями, со временем может стать трагедией. Большинство африканских стран падает в такую ловушку тех же законодательных урегулирований. Это продолжается, это поддерживается. И эта ошибка где-то появилась, но мы добавляем к этой ошибке больше и больше и больше, и это заканчивается трагедией. Хорошо было бы
подумать о законодательстве в Африке, потому что это все не учитывает нашей специфики. В случае США программы FCC, которые допускают доступ, широкий доступ Обаме, это все не учитывается теми институтами, которые приходят в Африку и говорят: вам приносим что-то хорошее, мы даем вам лицензирование, которое не подстраивается к потребностям в Африке. Все это должно быть переосмыслено на месте. Вот дело в том, что Африке была дана модель лицензирования и управления информационной моделью. Моделью IT, не учитывая специфики этого континента, не учитывая низкого уровня умений, компетенций. Все это нужно учесть. Мы создали агентство по универсальному доступу. И это был способ на получение финансирования. К сожалению, операторы в Африке опираются сильно на других идеях, чем общественные. Но эти операторы, которые приезжают извне Африки, они борются против этой идеи, чтобы включить общество. Но так оно и есть. Поэтому, отвечая на вопрос, да, существует конкретная потребность, чтобы африканские страны, развивающиеся страны, решили эти законодательные проблемы, эти ошибки, эти баги, для того, чтобы позволить не классическим операторам войти в регионы, где уровень соединения является более низким. Это должно координироваться соответствующим образом. Дело не только в доступе к телеинформационным технологиям. Мы говорим о дорогах, электроснабжения, мы говорим о планировании урбанистики, планировании инфраструктуры. Что это, все это взаимосвязано. Если это не будет объединено, не будет возможности, чтобы это сработало. Спасибо большое. Мы сейчас закрываем этот раунд. И еще один говорящий. Большое спасибо, Роберто. Прежде чем нам перейти к вопросу бизнес-модели, я хочу поддержать то, что было сказано, и также привести несколько примеров. Вот и Соня говорили обо всем спектре потребностей, о потребности адаптировать наши пути, а также законодательные урегулирования. Мы сотрудничаем с местными сообществами, я сейчас к этому вернусь. Но есть места, где на самом деле нет никаких бизнес-кейсов для компаний, которые обеспечивают доступ. Нам удается все-таки создавать устойчивые сети в тех местах, где этот спектр был полностью чистым. Там никого не было, никто не использовал того, что было присвоено данному региону. Никто не был в состоянии это использовать, потому что просто не было такой возможности. Говорилось раньше о том, что появляются новые технологии и совершенствование существующих технологий, например, совершенствование 4G. Сегодня у нас уже software open source для этих сетей, поэтому нетрудно маленьким местным компаниям или сообществам, или даже кооперативам создать такую собственную сеть, даже если это не является выгодным для конкретной компании. Это можно сделать самостоятельно, если есть такая юридическая возможность. Но зачастую оказывается, что это невозможно, потому что кто-то эту частоту выкупил. И мы, конечно, стараемся менять эти вещи. Мы занимались этим до сих пор. Знаем, что некоторые изменения являются необходимыми. Вопрос касается бизнес-моделей. То есть является очевидным, что настоящие бизнес-модели являются очень эффективными. Многие
компании хорошо с ними работают, но также и так, есть и такие ситуации и примеры, которые требуют другого подхода. И один момент, который очень хорошо сработал, это то, когда сообщество само отвечает за создание своей услуги, своей сети и за получение соединения с этой сетью. Является очевидным, что это не вопрос конкурентоспособности, это пополнение чего-то. Им нужно создать свою сеть, создать для себя доступ к сети. Операторы не должны считать это конкуренцией, потому что с их точки зрения это всего лишь показывает, что этого доступа не было на самом деле. И маленькие компании, и НПО могут создать собственную сеть, могут создать такую услугу, которая будет выгодной на местном уровне. Я сказала, что существует много вариантов в настоящее время, которые позволяют запустить такую сеть, которая не является дорогостоящей. Поэтому нам нужно поощрять местные сообщества для того, чтобы они создавали такие услуги, которые им нужны, и чтобы они идентифицировали и также преодолевали те барьеры, которые сегодня не позволяют им, чтобы такие сети создавать, для того, чтобы эти решения были устойчивыми и эффективными. Важна является эта часть сообщества. Делается упор на сообщество. Нам нужно иметь доступ к хорошо организованной группе людей, которые хотят решить свою проблему, они хотят действовать сообща. Их нужно только соответствующим образом подготовить. Это несложные вопросы. Конечно, есть и некоторые риски, которые связаны с безопасностью, потому что тут много составных, которые связаны с программным обеспечением. Нам нельзя применять стандартную бизнес-модель, где мы используем какого-то поставщика, который просто приходит, поставляет оборудование, конфигурирует все. Но там нет такой возможности. Такое сообщество не может себе позволить такого типа услуги. Это очень дорогостоящее. Если будем придерживаться к процедурам, которые существуют, когда будем запускать такого рода сети, так что стандарты компании не оправдаются в таких местах. Поэтому нужно обучить этих людей для того, чтобы они смогли построить для себя сеть на своих условиях. Но заодно их нужно таким образом обучить, чтобы эта сеть была безопасной. Они должны знать, что они делают. Они должны знать и риски, и угрозы. Поэтому вторая часть – это построение потенциала, наращивание потенциала, компетенции. И мы должны знать, что это сообщество является обученным. Они должны знать, что они делают, что они поставляют, что, какие настройки они вводят. Для этого нужны фонды финансирования. Но если говорим о стандартном покрытии сетью компанией, когда спросим, сколько это будет стоить, чтобы обучить людей, чтобы обеспечить оборудование, там многие порядки величины. Нам нужно искать партнеров, которые будут работать в соответствии с этой системой, которые захотят нам помочь. Мы поддерживаем такую инфраструктуру, которая опирается на местное сообщество. Зачастую эти сообщества могут получать доступ через общественную инфраструктуру, к которой операторы могут не иметь и доступа. Но это инфраструктура, которая принадлежит к этому сообществу. Так что это все вещи, которые можно использовать. Например, земли, грунт. Можно, например, реле какое-то поставить, башню с реле. Поэтому нужна бизнес-модель, которая является уравновешенной, устойчивой. Мы ищем большего количества партнеров, сообществ, которые хотели бы таким образом функционировать и с нами сотрудничать. Спасибо большое, Кришин. Мы приближаемся к концу этой сессии. Осталось всего лишь 5 минут для окончательных замечаний. Я знаю,
что трудно сосредоточить все вопросы, которые вы бы хотели затронуть именно в этом коротком резюме. Но прежде чем перейти к последним высказываниям, я хочу попросить Карина, чтобы он прочитал несколько вопросов. Может быть, один из наших панелистов захочет ответить на некоторые из этих вопросов. Карин, пожалуйста. Спасибо, Роберто. Было очень много вопросов, которые были заданы. Большинство из этих вопросов было также затронуто во время дискуссии на чате. Например, Моктау. Хотел бы попросить ответ на такой вопрос. Есть ли хорошие примеры правительственной политики и проектов многосторонней помощи, которые поддерживают сети в местных сообществах на провинции, которые смогут улучшить ситуацию в отдельных странах? Второй вопрос. Если тратятся деньги на сети, что было бы, если, например, деньги, которые тратятся на увеличение спектра, могли бы тратиться на увеличение сетей как таковых? Доступ – это один из самых наболевших вопросов. Интернет по-прежнему является дорогостоящим, а на селах вообще его нет. Какова роль ICU в поддержке этих сообществ? Это третий вопрос. Пожалуйста, попробуйте ответить на эти вопросы. Да, большое спасибо. Я не работаю для ITU. Вот так, на всякий случай. Я работаю для комиссии Африканского союза. Членские страны Африканского союза и сам Африканский союз на министериальной встрече в 2019 году приняли решение о поддержке этого континента в области также и расширения интернета. У нас также очень хорошие сотрудничества с такими институтами, как Deep Society, как эта политика может осуществляться. Мы начали уже эти сети продвигать на уровне местных сообществ. Я не хочу что-то спорное сказать, но мы не хотим также идти на конфронтацию с местными властями. Мы сохраняем интерес тех, которые являются операторами, лицензированными операторами. Мы хотим также заполнить те пробелы, которые есть. Что касается спектра, тут дело не в деньгах, а в самом развитии. Мы должны использовать эти решения. Я говорю спектр, а развитие. Именно так разрабатывается эта политика. Хорошо, спасибо большое. Прежде чем перейти к окончательным ремаркам, я хочу зачитать еще один вопрос. Я не уверен, что ты ответил на этот вопрос. Если правительство задаст вопрос, каковы три элемента, которые нам нужно сделать для того, чтобы поддержать значимый доступ для большинства наших граждан, что должно оказаться в твоем ответе? И сейчас мы можем предложить такой ответ. Кто хочет начать? Ты? Хорошо. Я думаю, что этот ответ должен быть следующим. Смотря где вы, где, каковы местные условия, каков доступ интернета и каково разнообразие разных параметров, которые должны учитываться в такой ситуации. Но что должно сделать правительство в такой ситуации? Должно подумать о том, как поддерживать инвестиции в инфраструктуру путем прямых дотаций или решений, которые могут ввестись. Может также подстраиваться политика к инвестициям или конкурентоспособности. Правительство может сделать все возможное для того, чтобы обеспечить мотивировку для инвестиций в область инфраструктуры. Спасибо, сейчас Сильвия. Спасибо большое, Роберто. Я считаю, что мы идем назад к главному аргументу, который я представила также и раньше, то есть к инвестиции в людей. Если правительство забыло о том, что дело в людях, что правительство служит людям, что люди избрали эти правительства, что они их выдвинули на эти посты, то тогда они
также забудут о том, что говорят о людях. Если инвестируем в наращивание потенциала, в доступ к устройствам, к общественному доступу, как это было упомянуто в чате, или в другие варианты, опционы, которые являются доступными, вы осознаете, что они контролируются соответствующим образом. Правительство должно помнить о том, что в центре всех наших решений находятся люди. Мы всегда должны о них помнить. Они являются нашим компасом. И я в начале еще сказала, что трудно осуществить наши решения и действия, опираясь на такие принципы, как права человека. Я хочу вас поощрить, чтобы вы нашли эти ценности в наших организациях, чтобы, например, такие как принципы развития, эффективности, принципы, связанные с прямой ответственностью, это все те вопросы, которые должны затрагиваться, мы должны к ним поддерживаться. Но проблема состоит в том, что мы постоянно забываем, что здесь дело в людях, и мы предпринимаем действия, которые обижают людей, которые им делают во вред. Я считаю, что очередные 25 лет займет нам остальная часть подключения. Спасибо, Сильвия. Кристиан, пожалуйста, вам слово. Я постараюсь не повторять того, что я уже говорил. Я постараюсь привести примеры того, как можно идентифицировать эти барьеры, как можно их определить. Часто, когда мы обращаемся к регулятору, чтобы он дал лицензию, согласие, что пользоваться каким-то устройством, каким-то решением, чтобы использовать какую-то часть инфраструктуры, то часто мы получаем отказ, и нам даже не говорят, почему, не объясняют, почему нам отказали в этом разрешении. Очень часто причиной является то, что продолжается какой-то процесс, или чего-то нельзя, и мы не знаем, почему нельзя. Так что необходимо решить вопросы, связанные с теми барьерами, которые препятствуют развитию, для того, чтобы создать открытое пространство для дискуссии. Всякий раз, когда появляется предложение, чтобы сделать то, что может помочь объединять людей, давайте тогда приглашать больше людей к этой дискуссии, чтобы решать вместе проблемы. Могут быть такие случаи, что когда мы попросим разрешения, то можем получить соответствующие ответы, ответы с объяснением. И это поможет идентифицировать барьеры, находить их, определять, в чем их суть. И это создать почву для дискуссии, для решения проблемы. В этой дискуссии должны участвовать различные заинтересованные стороны. Очень важна культура транспарентной работы, основанной на содействии. Большое спасибо, Кристиан. А теперь, Монджи, вам слово. Спасибо. Прежде всего, я согласен с Моктором, что касается моего спектра проблем. Да, требуется лучше регуляции, требуется лучше законоположение, требуется политики, которая будет приспособлена к текущим условиям, к текущим потребностям. Это вопросы, которые требуют подхода, основанного на обмене. Вы же знаете, как это выглядит в секторе электросвязи. Я когда-то был министром по вопросам энергетики. Мы решали различные проблемы. Тоже мы занимались солнечной энергетикой. Мы решали различные проблемы, сокращали затраты. Необходимо было обеспечить подготовку решений,
приспособленных к местным провинциальным контекстам. Я уже говорила в самом начале моего второго выступления. Для меня важнейшим вопросом является использование, личное использование интернета во благо общества, чтобы поднимать уровень знаний, компетенций. Нужно учиться пользоваться различными программами, устройствами. Спасибо, Монже. Итак, мы заканчиваем. Еще выслушаем Соню. Спасибо, Роберто. Я думала, что еще кто-то после меня будет высказываться. Но после того, что вы все сказали, мне кажется, что осталось сказать немногое, что я могу еще добавить. Я добавлю то, что я записала в чате. Нам необходимо серьезно задуматься над всеми проблемами. Нам необходимо тоже учесть гендерный вопрос в нашей дискуссии. Нам необходимо учесть тоже точку зрения общности, которые живут в провинции. Есть определенные цели, которые устанавливает правительство, и эти цели должны быть ясными, транспарентными. Требуются тоже меры по продвижению анализов. Политики, которые подготавливают политику, должны ставить ясные цели, чтобы это не были какие-то, чтобы они составляли какой-то агрегат различных проблем, а чтобы это были транспарентные, четко определенные, ясные, прозрачные цели, чтобы в этих целях учитывался гендерный вопрос, вопрос обществ, которые живут в провинции, вопрос маргинализованных сообщностей и групп, которые лишены цифровых решений. Заодно мы должны быть более интенциональны, когда мы думаем о наших задачах, о нашей ответственности за развитие данного сектора везде в мире. Мы должны гарантировать, что наши действия сосредотачивались на вопросах и гендерных, и на вопросе маргинализованных групп. Большое спасибо. Спасибо, Соня, за ваши замечания. Наше время подошло к концу. Я хочу поблагодарить всех участников. Я хочу поблагодарить Соню, Мухтара, Винта, всех. Большое спасибо за ваше замечательное выступление во время нашей дискуссии. Мы понимаем, что большинство рекомендаций будет учтено в диалоге, который уже был начат давно. Мне кажется, что это создает замечательную почву для будущего. Нам нужно поддержать диалог между всеми заинтересованными сторонами. Нам нужно надеяться, нам нужно находить новые креативные решения, чтобы справиться с проблемой доступа интернета, чтобы обеспечить недорогостоящий общий доступ к интернету. Спасибо всем, спасибо всему секретариату за вашу поддержку в организации нашего заседания. Спасибо еще раз за дискуссию, спасибо всем участникам, спасибо всем слушателям, спасибо всем, до новых встреч. Спасибо.